Премьера в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО подвела итог трехлетней работы над документальным фильмом «Пекинский синантроп. Последняя тайна человечества». Он стал совместным проектом медиакорпорации Китая, французской продюсерской компании 10.7 и France Television. Авторы кинокартины использовали высокие технологии и результаты последних научных исследований, чтобы рассказать зрителям о пекинском синантропе. Ученые считают этот подвид человека прямоходящего предком современных людей. Работа над этим фильмом была похожа на волшебное приключение с общим для меня и китайской команды опытом. Это и есть культурные связи, обмен профессиональными навыками. Я изучал Поднебесную, так что меня очень обрадовала возможность сотрудничать с командой медиакорпорации Китая. Мы должны использовать 60-летие дипломатических отношений между КНР и Францией как повод для укрепления связей в кино- и телеиндустрии, культуре и экономике. Новая лента выйдет на большой экран уже в следующем году. Ее покажут в крупнейших кинотеатрах мира, на телеканале «Франс-2», а также на документальном канале и онлайн-площадках медиакорпорации Китая.